Муниципальный этап конкурса «Учитель года Дона 2016 завершился. Педагоги казачьей столицы в очередной раз отметили окончание муниципального этапа профессионального конкурса. Мои коллеги присутствовали на заключительном мероприятии по подведению итогов традиционного учительского состязания и расскажут об этом более подробно. Заключительное мероприятие, посвященное торжественному вручению призовых мест, уже по традиции состоялось в первой школе Новочеркасска, где участники отметили окончание муниципального этапа профессионального конкурса «Учитель года Дона-2016». Конкурс берет свое начало с 2002 года. За 14 лет существования в нем поучаствовали 156 воспитателей, учителей, педагогов из различных учебных заведений Новочеркасска. В этом году было 16 номинантов. Конкурсные испытания, которые проходили на протяжении 20 дней, включали в себя презентации образовательных проектов, открытые занятия, мастер-классы. Я хочу сказать, что нам есть чем гордиться. Наш город представлен лучшими педагогами нашего города. И ни для кого не секрет, что престижность учебного заведения определяется не количеством мест, а, конечно, профессионализмом его педагогического состава. И самой большой наградой для всех вас, уважаемые педагоги, конечно, будут являться заслуги и судьбы ваших учеников. Особой гордостью остаются успехи воспитанников-педагогов. Ведь успехи учеников – еще один признак профессионализма самих педагогов. Ученица 11 класса 25-й школы Татьяна Рязанова, которая стала победителем Всероссийской олимпиады школьников 2015 года, не лишнее тому подтверждение. На мероприятии ей торжественно вручили диплом президента Российской Федерации. В Новочеркасске очень много квалифицированных и талантливых, грамотных педагогов, у каждого из которых свои методы и способы обучения, подачи материала и взаимодействия с подрастающим поколением. Результаты, которые новочеркасские учителя добиваются в конкурсах, подобных этому, говорят о том, что их потенциал, как и уровень образования в городе, достаточно высок. Мы видим, как педагогические коллективы образовательных организаций, а также руководители этих организаций, умело строят свою работу из молодых специалистов на сцене. Мы наблюдаем опытных и прекрасных педагогов. В канун прекрасного праздника весеннего я хочу поздравить всех женщин с праздником 8 марта. Желаю вам счастья, радости от результатов и успехов ваших учеников и, конечно же, любви родных и близких. Лучшим учителем 2016 года Новочеркасска была названа Светлана Денисенко, учитель русского языка и литературы школы номер 3. Ее же признала победителем и детское жюри. Лучшим воспитателем года стала Ольга Скиба, музыкальный руководитель детского сада номер 22. Ей доверено представлять Новочеркасск на областном этапе конкурса. Все участницы и победители получили почетные дипломы, премии и ценные подарки, а также сертификаты на поездку в Кисловодск. Завершился праздник концертом, который в благодарность своим педагогам подготовили учащиеся разных школ города и Центра воспитания детей «Эстетика». Мария Визнер, Алексей Максименко, Новочеркасск, Новости.